Краги! Че, убрало тебя? Only clear. Выхись, сейчас, я готов просто, просто разматывать. Вот Его, в общем, да, самый мой преданный фэн. Я вот зашел только что, сколько, 2 минуты назад. Он говорит, ты где был-то? Я говорю, так, да, я вижу, альбом пишешь, все такое. Он говорит, жду каждую неделю ленту. Так каждую неделю. Каждый четверг. На завтрак, в обед и в ужин. Ленту обновляю, да. Альбом все не появляется. А альбом будет апреля. Трек, где трек? Где трек? Трек, Макс, снимайте. Что-то могу, что-то. Уроки художества от куры, да? Я вот такими пользуюсь. Акрилик маркер. Почему они прикольные? Потому что подходят для одежды и для картин, причем для любого материала. Неважно, холст это, бумага или еще что-то. И с цветами тут порядок, например, шарампик, хочешь, серебро моя любимая где. А, нет, это не он, кстати. Зеленый. Чем можно использовать вот такие. Ну, это классик, пейнт-маркеры. Мы в детстве такими стенки раскрашивали. Ну, не только стенки, скетчи там, условно. Да. Что у нас еще тут? Вот эти я вообще никогда не пробовал. А, ну акварель. Пойдем к холстам. Мольберт. А, я свой продал и купил на него пару вот. В Москве. Вот, например, классическая история, да? Рундаун и холст 68. Я если беру такие, то размером примерно вот такие, наверное. 40-50. Просто классик. Повесить можно, и мамуль подарить. Или подруге, как делают некоторые. Это что у нас? 100 на 120 получается. Ба-ба-ба-ба. Вот, когда-нибудь вот такую-то напишет. У меня максимум была где-то вот такая валюта. И пойдем еще одну штуку покажу. Бум, шагалака. Это обычные, ну как на картоне. Тонкие, да. Отправляются легко. Вручается тоже по кайфу. Вот такую оп, открыточку, да? С любовью. Вообще тяжко. Я, кстати, недавно только досмотрел последний сезон. Я бы выбрал вот суточки. Вот это моя тема вообще. Суточки это круто. Реально это ЛСП просто. Блин, Олег, это офигенная реклама. Так, ну ладно, нам что, на студию пора, поэтому. Все суки при вокзале и все, кто сказал нам хай. Я не знаю, попаду ли после смерти в благо рай. Знаю точно то, что бабки с собой взять я не смогу. Вот поэтому душу свою надеюсь берегу. А? Версия копилки, которая на том потерянном телефоне. Да. Вторую копилку я типа переделал. Я копилку подстроил под этот. Ну. Шумчика, ну да, согласен. Это уже получается, да уже и года два, не новая уже я школа, и не старая, и не средняя. Ну да. Средняя-средняя. Получается уже, это как классы общества, знаешь, по этому, что там, по обществознанию, по социологии, ну если в универе изучать. Угу. Тебе там. В общем, Александру можно довериться при любом случае. Неважно, находишься ты... в Свердловской области, в Челябинской или в Казани, да? Правильно? Хуй знает. Сняли. Ты что, прикалываешься? Нет, хватит, вон туда. Да. Да-да-да. Вторник получается. А четверг? Ну, как среда. И как понедельник. Слушай, ты... На самом деле максимально были однообразные дни по одной простой причине, потому что они были рабочими. Ну, да, логично. Понимаешь, да. А пятница будет великолепной, потому что завтра приедет мама. Раз. О, нифига себе. Семья. Это кто? Да, это кто? Это дяди. Они снимают кино. Кому? Кому-то, моя хорошая. Документальный фильм будет. Фильм? Да, фильм будет. И ты, судя по всему, тоже будешь в нем где-то там маленькое участие принимать. Ну, по всей... Понял?
Кирилл Андреевич, ты прекрасен. Бум, шакалака. Все, пойдем. Ты залетишь, нет? Эльдар, вкусно тебе, да? Да, мне. Ну, поснимай его, поснимай его. Мне замечательно. Ложкой макарона есть очень удобно. А, да, это рок-пишка, которая, кстати, была написана в феврале 21 года в отеле в Петербурге после концерта за одну ночь. Да. А сведена только, получается, ровно через год, да? Если февраль 22-го. Сюда. Не про тебя, и про тебя, но не про тебя. Да. Нет, альбом я ухожу. Попробуй где-то. Да. А ты под женой. Вася! 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 Вася, нас подставь. Это Вася, человечек. Ну и в общем, и дал я перед альбомом московский и питерский концерт. Дрянь! Ты просто сука, сука и дрянь! Чувствуешь совсем грань. Ты говоришь мне не буянь. Ты говоришь, мол, я бунтарь. Приезжает ко мне вот этот замечательный человек в 10 утра. Я думал, ты скажешь, вот это замечательное создание. Создание, блядь. И такой, высовывает Андрюха из окна. Нигер, у тебя бык палёный. Ты расскажи, как нет. Второй что сказал? А второй, иди нахуй. А второй то же самое. Какие-то пакости. У меня уже такой голос. За студию, которая принесет хитцы. Ай. Аминь. Это у вас же это. Это не еще обойтись. Петро! Поздоровайся, сайдкик, поздоровайся. Петро сайдкик. Мое тело. Копилка. Блять. Мурзилка, кукуёпта, самый мой любимый продюсер, где и фотографию нашу, да? Где я там? Вселенная, я понял, я не самый лучший рэпер, окей, но какой же классный мир, любитесь, творитесь. Размножайтесь! Делайте все! Ради вот этого. Вот это да.